Всем приветики, мои секретики! Вы на моем канале Secret Toca. И сегодня у нас будет обзор на новое обновление в Toca Life World. Как вы видите, я уже зашла в приложение, и мы выбираем наш новый набор. И, конечно же, сейчас давайте разберем, что у нас в нем будет. Так, у нас представлено сейчас на этой картинке ровно 101 дизайн мебели в нашем новом наборе. Можно его тут подробно рассмотреть, что у нас там есть. Также представлены вот такие дизайны стен и полы. И всего у нас 5 дизайнов стен и 4 дизайна полов. Ну и всего будет их 9. Далее у нас тут показаны небольшие такие нарезки, тоже мебели, как ее можно расположить и многое другое. И здесь можно прочитать вот такой текст, который всегда перед покупкой у нас оставляет разработчики Токи-Боки. Давайте зачитаем. Ожидаем первоклассное дополнение к дизайну интерьера, как насчет заполненной книгами библиотеки, чтобы вы выглядели интеллектуалом, или гостиной в загородном стиле для приема важных гостей. 49 предметов очаровательной мебели, 52 элегантных предметов для украшения дома, 5 вариантов дизайна стен и 4 узора для пола. В принципе, хорошенький составчик. Ну и давайте же сейчас мы с вами обустроим все абсолютно в этой мебели из нового обновления. Итак, значит, разберем самое первое. Это то, что здесь ничего не добавили в отделе туалета, ванны. То есть добавили там только зеркало. Там просто не добавили ни туалета, ни ванны, ни новой швабры, ничего вот такого нет. На самом деле, обидненько. Ну и самый, наверное, волнующий вопрос у каждого возникнет. Это сколько стоит это обновление в платной версии? Ну, я вам, конечно же, это скажу. У меня стоит это обновление 99 рублей. Не знаю, как на андроидах. Обычно на андроидах такие вроде бы дешевле, насколько я знаю. Но я купила это обновление за 99 рублей. В принципе, я вам скажу, что оно стоит своих денег. Мне оно даже очень понравилось. Все выглядит так, ну, реалистично довольно. Мне понравились картины, абсолютно все. С удовольствием обустраивала просто этот домик. И если здесь не будет туалета и ванной, то не удивляйтесь. Просто я же сказала, что я все буду обустраивать в новом. То есть я постаралась не брать тех вещей, которые были ранее там, из других дизайнов интерьера. Так что не берите помидорами, если вы не увидите здесь туалета или ванны. Итак, наверное, я вам скажу, что мне понравилось больше всего то, что добавили на кухне. Особенно вот эта вот штука, которая встроена плита. Я не знаю, как ее правильно назвать, но, в общем-то, плита, так и назовем. Мне она очень понравилась. Также мне понравились баночки, в которых там для кофе, и в которых, в принципе, хранится там чай всякий разный со вкусами. Это тоже выглядит очень прям фантастически круто. Я не знаю, как еще выразить свои эмоции. В общем-то, мне очень понравилась кухня и очень понравился шахматный столик, а также парта. Но, дорогие мои, почему вы так поздно сделали, извините, парты добавили? Я только школу обустроила, мне так их не хватало, а вы... Ну, что такое? И, конечно же, самое то, что я ждала, это перышко с книжкой раскладной. Мне они просто очень понравились. Я просто была очень рада, когда увидела это все, когда это все обустраивала. И реально не знаю, как вам уже передавать свои эмоции радости, но я думаю, вы уже понимаете, насколько я рада. Я проверила абсолютно все. Я проверила, чтобы в комоды нижние все как бы нормально там вмещалось, чтобы не было такого же бага, который был в современном особняке. Вы прекрасно знаете, наверное, его, когда там сделали нам комоды, в которые нельзя было ничего положить. Абсолютно ничего. Кстати, я не проверяла, исправили ли в нем баг или нет, но потом, если что, проверю. А здесь я вам, если что, подробно покажу все такие детали мелкие. Кстати, я это обновление не могла очень долго купить. Я не знаю, с чем это связано, но меня это очень возмутило. Если честно, то мне кажется, что это лучший, наверное, пак с мебелью за всю историю. Пока что Токи-Боки на данный момент. Мне так кажется, потому что здесь все очень
классно выглядит, все очень анимировано, прикольно. И мне кажется, очень многие даже ждали такого вот примерно обновления в таком стиле. Поэтому, ну, разработчики в этом плане вообще молодцы. Мне очень понравилось это обновление, особенно вот эти вот баночки, блин. И вообще, на самом деле, можно до бесконечности перечислять предметы, которые мне понравились в этом обновлении. С каждым днем, наверное, их будет все больше и больше. Кстати, добавилось очень много, особенно вещей, мебели, в разделе «Шкафы». Ну, вот там прям вообще поразительно, сколько их. Здесь я могу продемонстрировать вам сейчас, как все там вот в комодах выглядит, в ящиках, книжки, все нормально. Надеюсь, что также исправили этот баг и в белых комодах. Ну и еще, на самом деле, очень грустно, что не добавили домик к этому обновлению. Это очень жалко. Ну, а вот телефон... Телефон — это вообще отдельная тема. Ну, вообще просто супер, я честно вам скажу. Вот телефону отдельно можно, наверное, оценку поставить, потому что мне он вообще понравился. Я думала, что трубку поднимать почему-то от телефона я не смогу. То есть он просто будет звенеть там и все. А трубку я не смогу поднимать. А тут, когда я продемонстрировала, я была в шоке. Также у нас добавили батарею, что тоже меня очень сильно радует. И я надеюсь, что в следующем обновлении с мебелью или с домом у нас добавят стиральную машинку, потому что вещи стирать надо. Вещи стирать надо, ребят. Ну, блин, наши игроки, наши персонажи ходят, блин, в бриллиантовом белье. Сколько уже? Ладно, не будем уточнять. Пианино. Пианино тоже отдельный вид искусства, конечно же, перышко с книжкой тоже отдельный вид искусства, тут все отдельный вид искусства. Ну а вот и подошло наше видео к концу, так незаметно. Значит, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать новых видео. А также можете написать свою оценку не только моему обустройству, но а также и самому обновлению в комментариях. Можете написать ваши любимые вещи. Я их перечислить вам не смогу, потому что я так до завтрашнего дня их перечислять буду. Мне понравился шахматный столик. Это вообще класс. Еще шахматы передвигаются, господи. В общем, всем пока-пока и до встречи в новом видеоролике!